Бюро находок ищет. Паспорт, военный билет и ИНН на имя Морозова Станислава Витальевича, обещанного вознаграждения. Пропуск по НКНХ на имя Иванова Олега Витальевича, утерян 14 февраля, обещанного вознаграждения. Немецкую овчарку, девочку с ошейником черного цвета с металлическими вставками, потерялась утром 14 февраля в садовых массивах Нефтехимик. Возможно, в данный момент собака находится в городе, обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется удостоверение, пропуск на имя Султанова Равиля Рафаэловича, а также ключи от квартиры с брелоком Алла-Казайти, найдены в районе городского кладбища. Свидетельство о рождении на имя Любезновой Миланы Дмитриевны, найдено по Корабельной 8. Паспорт на имя Рахмоновой Венеры Риваловны. Школьная карта на имя Гатиной Эльвины, найдена в районе Бызовского рынка. Паспорт на имя Гурьянова Ивана Юрьевича, прописка село Новое Аксубаево, найден по Строителей 32. Социальная карта на имя Идиатуллиной Камилии. Ключи от квартиры 4 штуки плюс черная домофона, найдены 14 февраля в районе Корабельной 27.